Здравствуйте, подписчики Кириэйск Лайф. Сегодня 13 ноября, то есть, нет, декабря. 13 декабря все-таки 2023 года. Вы уж извините меня, болезнь не отпускает. Вот так вот Кириэйск сквер убирают. Малой техникой такой. Здесь где-то был директор Мария Ковалева. Я что-то, наверное, здесь на территории, но искать ее не буду. Вот так вот работают, расчищают вручную и с техникой. Кириэйск сквер. Будь добро!